Сегодня у нас 20 августа 2018 года. Это я нахожусь возле музея, комплекс для бедных лагерей. Детский православный лагерь Стамбул. А с музеем стал. Вот. И вот Игнатий Тихонович Лапкин поймал тут на мордушку. Вернее, там она как-то раковка по-другому называется. Карасей. Сейчас я запущу вот в этот бак наш из-под воды. Какой-то объемом он. Здесь мы уже запустили. Там кое-какие рыбы плавают. Гальяны тоже плавают. Вот. Сейчас хотим тоже его сюда запустить. Вот. Все, ушел. О, этот брыкается. Не нравится ему. Эти тоже мелкие. Туда же. Он поплыл. Вот тоже маленький. Вот он. Оп, сам прыгнул. Правда, точно не знаем, как мы правильно, неправильно делаем. Кто ее знает. Тут вот хлеба накидали. Тоже непонятно. То ли это плохо для этой воды, то ли хорошо. Но некоторые он говорит, вон он плавает, вон он большой, видно его. Поплыл. Вот он. Не знаю, на камеру видно будет. Вот тоже карасик плавает. Для этого что мы решили? Я в интернете прочитал, что можно гречку, перловку, пшено. Можно ее. Вот я перловку распарил. Сейчас я туда заброшу. Гречки с собой взял. И вот Игнатий Ильич посоветовал лапши тоже. Не знаю, насколько это полезно этой рыбе. Не полезно. Один Господь знает. Сейчас вот мы гречки насыплю сюда. Нет. Вот ее надо будет сполоснуть, вывернуть. Все, подходов не было. Вот. Стирка называется. Мешочка. Так, ладно. Ой. Сейчас перловку. Тут она завязана. Завязана так, что я сейчас даже не пойму, что где развязывать. О, завязалась. Ну, тут я буду не все бросать, а часть только. Тут будет много. Вот, перловочка. Туда им. Вот. Ну, еще немножко и хватит, наверное. Ну, я так думаю, что все-таки надо тут, наверное, воду менять им. Не всегда постоянно в одной воде, чтобы они находились. Вот сейчас лапши еще добавлю. Ну вот так вот, думаю, достаточно будет. Вон он плавает большой. Вон некоторые гальянчики погибли. Он плавает сверху. Может, надо будет воды добавить сюда. Вон они плавают, гальяны тоже. Карасик. Вот он, красавец. Он говорит, себя чувствует, как рыба в воде.
живут. Даст Бог, выживут. Ну вот сейчас еще зайду сюда. Господь хранит, пока наш музей. Никто его не приезжает, не сносит. Кое-что, конечно, подзаросло уже. Вот. А здесь, перед Аналою, мы всегда молились с ребятишками. Я сейчас хочу тоже вкратце немножко помолиться. Смотрим, ну ладно. Господь и Бог наш, Ты Творец неба и земли, благодарю Тебя, Господи, за этот сегодняшний новый день, понедельник, Господи, что дал нам подняться с братьями, что благословил их поездку, Господи, мероприятие их, коснется и Евангелие, которое они раздали, душ человеческих, чтоб новые души, Господи, воскресли для жизни вечной. И нас благослови на предстоящий этот сегодняшний день. Дай желание потрудиться во славу имени Твоего Святого. Порадоваться, Господи, творению Твоим, все, что нас окружает, пение птиц. Это ясное небо голубое, Господи, солнце, зелень, которая радует глаза человеческие. Сохрани это место, Господи, от разорения, от недобрых людей. Этого прокурора Максима, Господи, вразуми, наставь его. Не дай его душе погибнуть. Но дай ему познать, чтобы он познал Твое могущество, милосердие, любовь Твою, которую Ты явил на кресте. Прибудь рядом с нами, наш Господь, не оставь и не покинь нас. Тебе, Господу Богу моему, за все хвала, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя.